Какашка? Да. Мне нравится кашки. Что странно. Потому что я супы не люблю. А вот кашки. Бля, кашки вообще разъеб. Че, чатик, кто придумал, как голды дохуя фармить? Кто еще была это только? На 4 карты синтеза было больше 40к голды. Бля, синтез мапы это, ебать, скучно. Их надо покупать постоянно. Я, кстати, узнал, что надо будет синей пыли 30 тысяч, блядь. Поэтому надо дисенчанта побольше поставить. Видел уже видос по лигмеханике? Да, так а там уже фалик сделали, короче. С какими вэлью что привозят. Самое главное, вози еду, привезут куренси. Это самое главное. Я какое-то расширение для закладок стоит. Осуждаю закладки. Не понял. Значит, это что за математика такая? Смотрите. 11 маны стоит скилл. Ставлю вот кольцо на минус 7, еще кольцо на минус 7. 3 маны. Это, блядь, это как это? Тебя хп еще ест. А это-то тут при чем? Вот у меня сейчас, конкретно сейчас, монокост 11. Написано. Минус 7, минус 7. Ставлю. Минус 3, ебать. Что это за математика? Ну и нахуй я это делал? Ну оно, походу сначала идет минус монокост. Пиздец. Ну и кринж. Да, сначала идет минус золотой монокост, а потом редюс процентный, блядь. Ну сегодня план... Ну, сейчас будем как-то, блядь, фири проходить. Не знаю как. И Убер Элдера. Ну, Убер Элдера в целом дуэбл, средняя сложность. А вот фирит, блядь. Фирит это две скобочки. Самый сложный на каунтер в игре. На нахуй. В целом, более-менее, вот, склон танч. Фериди, значит, ебало. Должно уцелеть. Пизда, куда, блядь, я себя загнал? Пизда, уёбок тэпнул меня в самое говно. Охуеть, победа. Много стартанул на зерейте, сколько у тебя ДПС? Ну вот фирит закрыли, сколько это ДПС? Как тебе билд этот? Хороший. Из минусов довольно слабоват все-таки дэмэдж, сингл таргет. Ну и есть билды, которые имеют значительно больший урон. И АОЕшка небольшая. Ее надувать нужно, поинты тратить. А, я вспомнил, что делает этот нод. Да, у тебя из этого нода, в принципе, меньше мапок дропается, а значит и меньше Т-17 будет конвертиться. Вот что я вспомнил. Да, ну только что показывало нормально. Пиздец, рынок скачет, конечно. Я сижу, ожидаю свои чизы, блядь. Купи у Кирака. Так, смотрим. 8 хаосов, 20 чизов. По кчам берем. А это типа только часть триданулась. Оп-оп-оп, так-так-так. Все, победа. Вот мне, чтобы девайсик продать, надо 3200 голды въебашить на это. Ну это же нечестно, блядь. Мне есть куда голду тратить. Сколько в тултипе циферка? 43 тысячи. По кчам. Не пойму, как все ауры поместились. Он впихнул как-то вот. Есть маленький вопрос, я открыл для себя новый. Кинул там только когти или кинжалы. Так вот вопрос, куда идти в ветке. Дядь, чтобы вопросов у тебя не было, заходишь на сайт, называется Poe Ninja. Выбираешь свой скилл, не знаю, там Frost Blades, блять, какие-нибудь. Нажимаешь сорт ДПС, смотришь, чтобы ЕХП было хотя бы, блять, 30-ка, а не вот это вот. Вот, например. И делаешь точно так же. Конечно, мантикор игруха хуйная вообще. Так и есть очень простые билды, на которых как раз новичкам легко освоиться. Я лично всем рекомендую начинать играть в Poe на чифтене рефере. Это вообще, блядь, разъеб, что за билд.
Блять, ну какой нахуй вал портал? F Multistrike Shrine, блядь. Покажи котиков, я с телефона. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. А что не так-то, ёп? Всё, понял, что не так. Тут минус аура. Экстра лайтнинг. Человек, долбоёб, человек, человек. Человек яйца. Какую-нибудь хуйни наебашу. Да хуя хуйни нахуярил. Хуйнусь с хуевыми хуями, как говорится. Ты все правильно понимаешь, меня убивает одна экстра на мапе. Ну да. Один экстра на мапе, все, я, блядь, не могу выжить. Нам надо инвестировать в ХП. Вот из простого, да, это в джевел поменять можно. А из сложного это спекнуться в блад хуйню. Blood Magic сетап со щитом есть. Сколько в билд вложил уже? Не знаю, дядь, не считаю. Просто играю в игру, получаю удовольствие. Все, последний раз Катьку иду. Пойдем блайтики пофармим. Сделаю атлас на блайта. Пофармим блайта. Я как раз хотел в ТДшку поиграть. Вот поиграем. В Diablo 4 играл. К сожалению, да. Valid Orb, a River Orb. Чем эта игра выступает? Diablo 4? Ну вот смотри. Да ничем, дядь, играй в Diablo. Так впадло уже объяснить. Играй в Diablo, вот такая игра, вот, там в геймпассе она есть. Да не, Гостик, меня просто заебало уже рассказывать. Тут уже все играют в POE, блядь. Все еще находятся люди, которые заходят такие, блядь, а чем эта игра лучше, чем Diablo? Уже даже хор регнул в POE, хор в POE регнул, зашел на рефери и говорит, ебать, нихуя, что за гомза, блядь. Сидит, играет, он уже мапы бегает, блядь. Ну давайте еще один сет Катьки пробежим. Надеюсь на то, что мне дропнется Т-17, а потом Т-17, а потом стаблайта. Распердимся, так сказать. Что за МТХ на оружие? Криптсорд. Ну, два криптсорда. Нихуя себе урона. Вы чё, ебанутые? Хуя у тебя меч, бля, ты что, анимешник? Хилок анимешник, вот он. Да, билд норм, это хороший стартер. Не ошибка. 645 на фликере. Но зато билд веселый. Многим очень нравится ультрадинамичный. Но мне не совсем. Не, мне нравится динамичный, но в меру. Когда, ну, ты контролируешь в целом, что на экране происходит, да? Понимаете, врача? Чатик, я отойду на минут 10-15. Пойду жестко насру, блядь! А чё, вы тут в тишине сидите? Это пиздец. Блядь, петрифай мобы, ты что, рофлишь? А я так понимаю, шрайн на неуязвимость удалили, блядь, или чё? Пизда. Как же блоки тащат, ёпта мать. Ебать, ладно, не тащат. Против такого количества копий не тащат. Сколько уже потратил голосиков в билд? Я не считаю, дядя, просто в игру играю, все. Ура, победа! За мапу 60 тысяч голды, блядь. Вот где вся голда чат. На Т-17 лежит. Слушай, ну у меня есть деньги покрафтить. Блядь, какой я красивый. Вот прыщи бы еще убрать. Ебучие, блядь. Блядь, было бы заебись. Что, пришли, нужно за питанием следить. Дядь, у меня 1,5к колораж, хули. Все заменил из лимонадов и прочее минералочкой, блядь. У меня с питанием все вообще полный порядок. Из последнего, что я кушал, свекла с гречкой и тефтели, блядь. Че, пиздец? Фастфуд, хули? Привет, Ламыч, ты поешь? Да. Я вообще подумал музыкой заняться. У меня же есть музыкальное образование. И в хоре я пел. А потом посмотрел, во что все это выливается. Я такого накала кринжи точно не выдержу, блядь. Почему их просто по кругу бы не разместить? Ебать, кринжово выглядит.
и бои гипнотизирует, блядь, музончик. Музяка, гипнотизяка, блядь. Мне одно кажется, мне не везет. На первой территории скажи уже по 20 раз, не могу никак увидеть спел на лазерейд. Бля, ты что, ебанутый? Просто на фарме и купи. Блядь, что? Дай кетчуп! Дай кетчуп! Я не рекомендую ни на чем играть то, что я делаю. Потому что я делаю вообще от души максимально. И что мне по таверам всем паверы строить, я правильно понял? Грибостер, я не знаю, я не фармил блайт нахуй никогда, блядь. Вот как оно вышло, блядь, в атласе, я не фармил. Я не знаю. Ты знаешь, я нет. Подожди, а что только боссы? Это не тот блайт, который я знал нахуй когда-то. Это чё, блядь? Алло? А как адекватный блайт сделать? Что это за нот такой, блядь, вообще ебанутый? Пиздец-то, чё они такие ультра бронированные-то, алло? Алло! А где нормальный блайт-то, где вот ты, ну, побил челов, тебе дало там что-то? Во-первых, почему они идут бесконечно нахуй? Во-вторых, почему они такие плотные? Это чё? Ладно, сейчас почекаю, что их так усиляет, но я не знаю, блядь, почему они настолько, блядь, надутые. Ну давай почекаем, что, блядь, не так. Шансы блайта. И масс вам more monsters. Еще больше монстров быстрее спавнят. Так, вот этот, ну, я правильно понял? Этот нот, все башни будут переработаны в реварды. Все, правильно? От того, какая башня стоит, зависит, какой ревард будет. Там рандом, да, правильно? Все, классно. Ага, значит, скарабы супер сильно надувает, правильно понял? Вот не написано, что он тут усиливает мобов. Спаунд фастер, так пусть спаунит фастер. Тут проблема в другом, в том, что мобы выходят, они просто джайгентик, впитывают миллиард дэмэджа, блять. Вот в чем суть. Может, там проблема в скарабе каком-то или еще что-то? Я просто без скараба буду фармить тогда. Я так понимаю, вот в этом была проблема, да? То, что Empowering Tower жестко закачивает, блять, мобов. Короче, попробую без двух скарабов пофармить. Ну какой нахуй бабл, блядь? Это пиздец. Ну они вроде стоят там, а в баблах хп есть скрытая. Скрытопульная, блядь. А почему у меня сундуков нет? Блядь. А. Так, и че? Охуенно. Бля, я впервые вижу такую хуйню, где скараб только хуже делает. Это че за прикол? То есть я правильно понимаю, что блайт бегается без скарабов нахуй? Это че за рофлы, блядь? Или че? Походу надо закупаться, сакрифайс хуйней, блядь. Подожди, а кванта вообще работает? Сейчас еще узнаешь, что и кванта не работает, блядь, ни нахуя, да? Зачем вообще туда, блядь? Что-то какая-то смертельная параша просто. Во, коробочки увидел, блядь. Я увидел коробочки. Две блайт мапы выбил, вроде неплохо. Но одна, правда, Т-13. Давайте намажем, кстати, что-нибудь. Где там гилд стэш? Вот, пожалуйста, ребята, проходите мапки. Хорошие. Короче, я думаю, можно на блайты на мапах реально забить. Просто использовать их для того, чтобы выфармливать блайтед мапы. И уже на блайтед мапах что-то фармить. Потому что так, что-то, мне кажется, хуета реально полная, блять. Чат, у меня девчонки пришли с садика, пойду их встречу и погоним. Куплю кримсоны по 2C. Hey, hey, 2C trade, hey. Hey, 2C trade over here, over here. 2C trade over here.
Дело в том, что серваки Ютуба, которые находятся на территории Российской Федерации, уже давным-давно никем, блядь, не обслуживаются. И они просто перестают работать. И у тебя происходит парс уже со стороны европейских серверов, а то и подальше, блядь. И поэтому лагает. А не потому что, блядь, кто-то что-то мутит, какую-то хуйню. Лучше билды в лишки собирать. Да, я думаю, что соберем Slayer Sweep. А может и не Slayer, а может кого-то другого. Не знаю, посмотрим. Мне так нравится сундучки открывать. Прикольно. 5000 голды, ебать как мало. Привет, Юрам. Ну, из того, что я знаю, больше всего голды с Т-17 мап. Я одну Т-17 пробежал, у меня 60к голды было. Заходил с нулем. Вот, в блайтах вообще нахуй нет голды. Ну, мне в целом просто блайтик хочется пофармить, не знаю. Соскучился по этому контенту. Каждую лигу блайт фармлю. ТДшки нравятся? Ну, мне кажется, их Thunderful ты тогда жестко заценил Doomkeeper. Как тебе вообще Doomkeeper? Да, люблю, вдать у меня 550 часов, 440 из них. Кастом, кастом, ТД, Doomkeeper, чего смотрится? А ты не пробовал играть, что ли? Играется вообще разъеб. Особенно с последним апдейтом. Там разраб игру поддерживает. Что-то типа режима кампании добавили. Вообще охуенно. А, 0 голды? Серьезно? Вообще, блять. А, 0 голды. Прикольно. One day in Sanctum, 38 divines, 7 exalts, 1300. Guys, how do I link that? I have that too. Oh. Oh shit. Понтануться хотел, блядь, не пошло. Look at me, dude. 25 chaos, 2 exalts, 0 divines, 7 blessed orbs, and fucking 9 regrets. Yeah, thanks guys for fucking the league mechanic. Watch this. Ignore the 43% lightning res, okay? Watch this. 76% chaos res. Watch this. What happens when I take out this jewel? Yeah. Balance. Balance tool. Here's the tree. Did I just get baited by my own bot? Бля. Ебать он рофлит. There's no way. А сейчас вы все охуеете. Лига сдохла. Да не, мне просто хочется поиграть в это тоже. Основное оружие было уничтожено, придется искать другие способы выживания. Бля, у меня пушку спиздили. Так, автопушка закэрит. А, вот, я уже дронов могу сделать. Хуярик, автопушка. Туда этого, блядь. На нахуй. Можно не сидеть за пультом, все само работает. Ага, да, конечно. Ага, да. Не, пару миссий в Doomkeeper выполню и... Все, на сегодня. Победа. Новый купол, да, это новейшая разработка. Купол нахуй без вооружения. Подкачаю еще дронов, чтобы быстрее спавнились. Забыл на какую кнопку выйти. Тут, по-моему, надо все-таки рюкзачок подкачать, да? Хотя в будущем он мне вообще не нужен будет. Хотя большие вещи, все равно нужен рюкзак старта, чтобы большие вещи нормально возить. Как же боевым дроном похуй на копье. Вообще. Да пизды просто. Летит чел, да пусть нас пролетает, блядь. Не, летающие чудики стреляют, просто чуть-чуть задержки. Задержка в мозгу. Дядь, ну какая разница, какой графон? 5-4-0 версия игры, да, последняя. Это челлендж на... Нахуй! Это челлендж на выживание без
основного оружия купола. Если не домик, автопушка не будет работать, то я думаю, дроны будут работать, автопушка точно нет. Чтобы автопушка работала, надо грейд ей вкачать. А грейд стоит 2 воды. Мы не можем воду тратить на такую хуйню. 6 воды нашел. Это вообще супер охуенно. Качаем дробашек. И качаем дронов. Нет, одну воды скрафтил. Просто интересно, как игра половину, блядь, железа у меня забирает. Это как? Что за купол? Это купол без башни, нахуй. Оружие. Современная разработка. В оленя стрелять это, конечно, правильно. Макаку бы разъебать сначала. Такое ощущение, как будто в автобатлер какой-то играю, нахуй, реально. Просто прихожу посмотреть, как меня ебут. Вроде собирался на хилки теперь посадить. Да похуй. Я говорю, что мы, если что, хилки крафтить будем сами. На дно, нахуй. А, да? Нихуя себе. Бэ, ну я бы еще воды выкопал. Еще водички хотелось, но увы. По времени соло это уносить? Да, это долго. Это долго, это правда. Мне нравится в другом игровом персе. Кнопки странные. Непривычные. Вот смотрю я на то, как дробаш убивает мобов. И приходит осознание того, насколько же это залупа модуль. Стреляет вообще не в того, в кого надо. Сколько? Ебать, я впервые нахожу 4 единицы воды в одном блоке. Это как, блядь? Это чё за хуйня? Можно ебанутых дронов сделать вообще, психов. Смотрим на дронов-психов. Я им грейданул 70% увеличения количества и 40 more damage. Понятно. Червя забыл. Хуй он нужен. Мы выиграли, дядь. Не, ну я посопротивляюсь, конечно. Мне кажется, это бесполезно. Ладно, у дронов боезапас закончился. Вообще небольшая пещера. Тут еще грейд был. Бля, ну мне кажется, меч это ошибка все равно. Мне кажется, что меч это ошибка. А вот Тесла... Оу, мать. Вот Тесла милишников пиздец разъебет. А, можно арту скорострельную сделать. Ебать там распиздовка. Это жесткая хуйня вообще. Да понятно, все самое верно сказано, игры в целом по одним и тем же алгоритмам делаются, ты просто умеешь эти алгоритмы найти, используя все, это и есть игровой скилл. Возможно, да, дядь. Я думаю, что я все-таки офну. Я офну, но с доблестью, без всяких это, блядь. Давайте рейдану вам кого-нибудь. Ну вот Антош, например. Рейдану вам Антона, пожелаю доброй ночки, сладенькой. Пока-пока, чатик.